Знаешь штурмовика? Смотришь его видосы? Ага. Подписан на его канал? Субтитры. Всем привет, с вами Штурм Проект Раст. И да, Девлог Карго Шип, грузовой корабль. Вот такой большущий корабль нам ввели теперь в игру. Памятца он каждые два игровых дня в Расте издает вот такие звуки, которые слышны, гудок в радиусе 1 километра. Наш новый грузовой корабль виден для всех игроков и маркируется на карте он вот так. На этом грузовом корабле есть, конечно, суперлут. Два ящика, точно такие же, как сбрасывает Чунук. Итак, как же попасть на этот корабль? На обычной лодке, либо скоростной, мы подплываем к этому кораблю. Одному из бортов этого корабля, с двух сторон у него по две лестницы, вот такие вот. Нужно к ним приблизиться и клавишей Е взаимодействовать с этой лестницей. Запрыгивать на нее не нужно, потому что все равно у вас не получится. Только клавиши Е, затем клавишу вверх, соответственно, мы поднимаемся на борт корабля. Конечно же, не забываем, что данное судно охраняют NPC. Я насчитал их около 10, поэтому с собой нужно брать побольше боеприпасов и хила. После того, как мы разлочили ящики, дождались 15 минут, лутаем ящики и не забываем, что во время этих 15 минут опять же могут к нам приплыть гости, чтобы попытаться отбить этот лут. Вот как раз выпало у нас новое оружие LR-96 и 8-кратный прицел. Также на корабле есть радиоактивные отходы, которые очень нестабильны. Оружием они не дамажатся, но если вы услышите звук сирены, значит настало время покидать корабль, иначе вы просто умрете от радиации. После того, как вы все залутали, на корме корабля есть вот такая новенькая лодочка. Мы на нее запрыгиваем, садимся на водительское место. 50 топлива нам дается. Запускаем двигатель. Лодка у нас спускается на воду. Еще раз нажимаем запустить двигатель. И, собственно говоря, спокойно уходим сейвить свой лут. В этом девлоге нам наконец-то ввели новое ружье L96, прицел 8X. По урону ружье точно такое же, как и болт, но скорость полет пули у нее самая быстрая из всех оружий. И незначительное падение урона с увеличением расстояния. Опс. Немножко ударили мы. Также с двух выстрелов хедшот можно нанести, так же, в принципе, как и с болта, единственная разница. Новая винтовка у нас 5-зарядная, нежели как был 4-зарядная. Все те же навесные мы можем навесить. И новую винтовку, и новый прицел. К сожалению, нельзя будет изучить крафтить, так же как тактические перчатки. Ну а теперь, собственно говоря, о самых перчатках. Нам ввели еще 3 вида новых перчаток. Это тканевые перчатки, обычно они у нас находятся в свободном крафте. Кожаные они у нас были, мы с ними знакомы. И перчатки из дорожных знаков. Плюс тактические перчатки, о которых я говорил, что скрафтить их нельзя будет. Стоимость изучения перчаток из дорожных знаков 20 скрапа. Чтобы их скрафтить 20 кожи, нам потребуются дорожные знаки и 2 набора для шитья. И чтобы их скрафтить, конечно же, нам потребуется workbench 2 уровня. Хочу отдельно обратить внимание на тактические перчатки, которые полностью убирают раскачивание. Сейчас мы это продемонстрируем. То есть, вот видите, я прицеливаюсь. Абсолютно нет никакого раскачивания. Допустим, мы меняем перчатки на дорожных знаков. Пошло раскачивание, видите? 8X. Вот у нас прицел раскачивается. Хочу обратить ваше внимание, что в прицеле 8X нам добавили вот такие метки расстояния. По урону тактические перчатки. Снаряд плюс 10, ближний бой плюс 5, 2%, укус радиации 5%, холод 7%. Допустим, те же перчатки из дорожных знаков. Снаряд 10, ближний бой плюс 25, укус плюс 10%. Но вот в холоде минус 8% они будут забирать.
Обычные перчатки плюс 5, ближний бой плюс 2, укус, радиация плюс 3, холод плюс 4%. И добавлены знакомые кожаные перчатки, снаряд плюс 5, ближний бой плюс 5, укус плюс 2, радиация плюс 4, холод плюс 5. Хочу еще обратить внимание на то, что нам добавили один слот под одежду, и нам теперь не нужно будет выбирать, что нам одеть, либо перчатки, либо сапоги, так скажем, условно в кавычках. Тот же слот добавили нам, шкафчик для переодевания, то есть теперь мы можем сеты комплектовать полностью, как нам удобно. И, собственно говоря, то, о чем мы говорили несколько стримов, что все-таки пофиксит эту золотую жилу с тыквой и кукурузой, и разработчики так и сделали, и уменьшили продолжительность жизни тыквы и кукурузы, соответственно, теперь у нас немножко будет затруднение с поиском еды и хила. Вот такие плюшки подъехали с очередным новым обновлением. Ну что же, у меня на этом все. Лайки, дизлайки, подписка. Ну, в общем, вы знаете, что делать и как у нас говорится. Ты заходи, если что.